Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Армия клонов. Так, и у нас с тобой здесь есть Ривард. А ну-ка, что нам здесь выпадет? Давай смотреть. Кадет. Отлично, мы, кстати, можем его прокачать. 76 ДНК. Отлично. Команду тоже можем, кстати, улучшить. И Брут. Замечательно, ребят. Так, значит, можем мы улучшить. Я уже забыл, где это делается. А, вот, магазин и апгрейд. Хм. Смотри-ка, МК-2 турель 150 ДНК стоит. Брут 300 ДНК. Ну, я не знаю, ребята. Брут, я так понимаю, это самый начальный еще, да, обычный, с пулеметом. И, конечно, и хочется, и колется. Вот я думаю, что-то вот здесь. Может быть, нам прокачать, сколько тут? Ё-моё, 500, хотя мне хватает. Дамаг чуть-чуть увеличивается, да. Скорость не меняется нисколечко, да. Кадет, а кадет 50 всего лишь. Это будет какой? Второй уровень всего лишь. Ага, кадет. А команда 150. Слушай, я, наверное, все-таки лучше нашего автоматчика, ребят. Уж простите, если что не так. И давай, наверное, сделаем еще кадета. Все, ДНК сплавил. Ай, фиг с ним, да? Потом будешь сидеть и локти кусать. Может было вон снайпера улучшить. 150 ДНК. Ладно, ничего не поделаешь. Ну что, пойдемте, наверное, с вами поиграем. Сегодня в мультиплеер, да? Челлендж, потому что, ну, это для меня больно жестко. Что у нас тут горит? Ку. В плане, это я... Блин, это я обновил задание, ё-моё. Уничтожьте 100 противников базы в мультиплеере. Ну вот как раз я и хочу сюда сходить. Обновление? Окей. Так, ну что, друзья мои, я почитал, что там они изменили. Они исправили ошибки в мультиплеере. Плюс пофиксили баги в соло-плеер. Так, ну что, нам нужно что-то поставить, верно? Сюда. А что нам сюда поставить? В магазине, что ли, нужно брать? Да нет, скорее всего, нет. Как-то мы можем же выставлять сюда. Я ведь помню это все. А, так это для капсул, господи, что я делаю? Вот здесь вот мы с тобой можем поставить. Так, я думаю, что огнемет был бы самый топчик для нас. А где он вообще, этот огнемет? Вот он. По-моему, да? 75, чтобы поставить. Ага. Так, сюда мы можем влепить кого? Не хватает, ребята, очков-то у меня. Ха-ха. Ладно, я вот могу, наверное, только кого, да, влепить? Ну, давай это будет у нас автоматчик здесь. Так, Брут стоит, и сюда мы с тобой поставим еще одну турельку. Ну, вот так вот, предположим. Все, друзья мои, бой! Ой, подожди-ка, я не туда нажал, да что ты будешь делать, а? Какое назад? Все, все стоит, ребят. Поехали. Коннектиться, конечно же, коннектиться надо. Так, я буду драться против кого? Покажите мне, пожалуйста. А, ну тут надо подождать время, еще неизвестно, найдем ли мы кому-нибудь себе. Но если они починили мультиплеер, то, скорее всего, не должны мы ждать по 3 часа, как в прошлый раз. Так, друзья мои, Таран 3000. Сразу видно, что это наш... Роднулька. Угу. То есть я атакер, а он защитник. У него там мины, я смотрю, все дела. Окей. Ну что, друзья мои, кого мы возьмем с вами? У нас 375 очков. И я думаю, возьму-ка я для начала гренадир. Блин, он вот здесь. Гренадир у нас чуть-чуть подальше. Ну, давай для начала возьмем, наверное, с тобой базуку. Поехали. Так, блин, опять кнопки, да? Опять кнопки, ребята, конечно же. Так, прыжок, все, главное. Опа. Ты что за... Что за дела, я не понял. Прыщ. Фига ты. Ты прикинь, шустрый какой, а? Ну, куда он побежал? Так, прошу подождать. Ладно, раз такое дело, ребят, конечно, нам нужно будет брать тогда автоматчика. Пойдем, с помощью автоматчика мы с тобой ушатаем этого. Тихо, уходим, ребята.
Да ёпрс это, ну как же так-то, а? А кто бомбит по мне? Какие-то странные там снаряды. Кто их выпускает вообще, а? Объясни-ка мне на милость. Если я не успеваю за 8, ребят, ходов уничтожить ему базу, то ты знаешь, какой будет итог. Итог будет паршивым. Так, может быть, базуку? Ой, базуку. Подожди-ка, подожди-ка. А снайпера... Вот он, снайпер. Джетпак. Это, по-моему, чувак, который летает, да? Или я ошибаюсь? Гиганта можно взять, кстати. Давай я возьму снайпера. Попробую, может быть, с помощью него у нас тут что-нибудь да получится. 5 патронов у нас есть. Так, попробуем сейчас турель с тобой вот эту. Блин, как же ты долго перезаряжаешься. Да ё-моё, я, ребят, забываю все время прыгать. Я все время забываю увиливаться от этих вот снарядов, которые летят именно на меня. Давай рейнджера возьмем. Что-то мне кажется, нифига у меня тут не получится пройти. Рейнджер, рейнджер, это, конечно, все хорошо. Вон, видишь, эти снаряды летят. Окей. Окей, тут забомбили. Но есть контакт. Вот что мне делать с минами, скажешь? А? Да ё-моё, достоялся. Так, наверное, здесь нам придется взять гренадира. Почему гренадира? Потому что, ребята, нам нужно будет избавляться от мин. Или же взять джетпак. Джетпак, он же, по-моему, летает, если я не ошибаюсь. Все-таки гренадира. Попробуем сейчас с помощью него. С помощью... Где он у меня? Вот он. Так, давай бросай сразу с тобой гранаты. Тихо, чуть было опять не подорвался. Ну, давай, давай. А что я не понял, они даже не долетают, что ли? В плане, когда он успел вот эту турель поставить? Я что-то не врублюсь, вот эту вот, который бомбит. Это еще кто такой? Что-то для меня какие-то новые ребята, я таких не видел юнитов, понимаешь? Брут, вот. Вот кто нам нужен. Он медлительный, по нему сейчас, наверное, так будут бомбить, ребята. У нас с тобой всего лишь 2 попытки. Ой, какой он медлительный, друзья мои. Ой, какой он медлительный. Ладно, давай, 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 давай. Просто бомбим всех, ну. Давай рвать этих. Так, прыжок. Бубух. Так, двигаемся. Прыжок. Отлично. Есть, ребята, шанс. Есть, блин, шанс. И турель меня сейчас забомбит, да? Твою ж налево. Так, ну уже лучше. Ребята, уже лучше. Я могу еще взять себе... Блин, джип. Давай джип тогда возьмем. На джипе тоже, кстати, неплохо ехать. Ага, брут, все дела. Сейчас мы тут с собой быренько разберемся со всеми. Куда ты? Куда ты лезешь-то, дурила? Ну зачем ты так сделал, а? Ну зачем ты вот так сделал? Объясни мне. На джипе я совсем забыл, ребята, про эти мины. Так, он сейчас... Ребята, у нас с вами последняя попытка. Вот здесь я, конечно, зря здесь вот так вот делал. Надо было сразу просто идти и бомбить напрямую вот эту вот базу ему. И все было бы классно. А тут видишь, что получается? Бред, бред получается. И у нас с тобой очень мало, по-моему, очков. Все? Или не все? Все, последняя попытка, да, друзья мои? Твою ж налево. Ну и что мне здесь брать? Защитника вот этого за 1300. Ну давай возьмем защитника, а что делать? Другого варианта нету. Ё-моё, нифига он. А что он тут делает? А, он может убрать и достать дробаш? Это прикольно. На самом деле. Так, будем с тобой действовать очень быстро. Ты достал там уже рубить. Так, давай сносим всех этих халабут. Но, а чё такой? Я думал, будет урон посерьезнее, если честно. Так, давай прикрывай меня, я буду бомбить. Ну, да давай еще выстрел. Есть контакт, друзья мои. У меня получилось уничтожить ему базу. Это на последней-то попытке. То есть атакер из него не получился. Теперь моя очередь защищать нашу базу.
Уж не знаю, как у нас тут получится, но будем стараться. Так, у меня турели. Тут огнемет, тоже турель. Так, кого взять? Возьму автоматчика для начала. Поехали. Там у нас, если что, брут постоит, если что, прикрывает пока. Конечно, хотелось бы... Ага. Так, это все, что ли, что у него было, ребята, да? Понятно. Первую атаку мы с тобой отразили. Но она довольно легкая, ты сам понимаешь. Пира. Пира, я не знаю, нужен ли нам. Наверное, не нужен. Возьмем с тобой еще одного автоматчика и побежим. Вот то, что огнемет здесь очень хороший против этих, да, ребят? Против гигантов всяких. Я это прекрасно помню. Плюс то, что у нас еще с тобой турели тут стоит, это тоже замечательно, ребят. Да ладно. Попрыгучик, куда бежишь ты там? Разогнался. Так, ну что, ребята, вторую атаку мы тоже с тобой отбились. Он уже турели здесь. В плане мы даже базу... А, нет. Чего? А, он, по ходу дела, ребята, сдался, видимо, да? Так, ну что же, я соточку в рейтинг себе прибавляю. Ой, как вкусно-то, ребята. 62 ДНК и плюс капсулу мы с тобой зарабатываем. А мы можем максимально 3 капсулы, да? Поэтому я считаю, будет справедливо, если мы с тобой еще раз подеремся. Как ты думаешь? 3 капсулы наберем. Нам нужно же с тобой как-то улучшаться, получать ДНК, прокачивать картишки. Это только с помощью вот таких вот всяких незамысловатых взаимодействий. Ну что, ребята, ждем следующего оппонента. Надеюсь, он так же быстро найдется, как и в первый раз. О, уже нашел. Плюс 2 Фордс. У него, кстати, ну, рейтинг чуть-чуть послабее, чем у меня. Так, я что буду делать? Я буду атакером. Опа! Неплохо. А как я тут должен пробить? О, друзья мои. А как я должен буду пробить там? Извините меня. А сколько мне? Опять 375. Ну что, для начала возьмем, наверное, с вами автоматчика. Погнали. Автоматчик 5 уровня, ребят. Я считаю, что это неплохо. Тут у него вещь еще есть. Даже не успел забомбить. Турель меня чпокнула, друзья. Так, а что же тогда нам сделать? Блин, 2 турели. Офигеть. 2 турели. Так, джетпак, снайпер. Вот, снайпер, наверное, скорее всего, нам здесь понадобится. Может быть, издалека получится как-то забомбить эти турельки. Я на это надеюсь, ребят. Попробуем стрельнуть. Да, турельки. Опа, это кто еще там такой? Ну, да хорош. Что это за снайпер такой? Во-во-во, тихо, не надо. Есть контакт. Ну-ка, есть еще один контакт. И все, ребята, у нас остался с вами просто пистолетик. Слушай, мы почти, ребята, добрались до базы. Я не могу понять одного, а как мы будем уничтожать вот эту вот фигню, которая там стоит? Гигант. Джетпак. Может быть, еще взять снайпера? Все-таки он неплохо, да, разбирается с этими турельками. А я больше уверен, что он тоже будет сюда что-то выставлять. А, мне так кажется. Ага, разобрали. Разобрали. Блин, вот это вот не надо. Есть контакт. Давай вот так вот. Да блин. Есть голодранец. Вот здесь мне непонятно, как делать. Оу-оу-оу-оу, смотри, что он тут... Смотри, что он делает. Он выстрелил? Или как она получается? Ух ты, чувак с бензопилой. Фу, это что-то новенькое, такого я не видел. Слушай-ка, с каждым разом все интереснее и интереснее. Рейнджер, вот рейнджера, наверное, возьму я, да? У рейнджера что? В плане. Какой еще не надо, никаких дисконнектов мне, пожалуйста. Давайте все по чесноку. Так, 2 снайпера. Блин, этот медленно бежит как-то. Ладно, сейчас мы там разберемся. Довольно легко и быстро. Так, ну. И есть. Окей. Огнемет у него уже там стоит. Ну, давай. Смотри. Жарит. Слушай, мне надо вниз. Турель, блин. Так, пока этот там чудик бегает, мы попробуем сейчас уничтожить ему здесь генератор. Ну. Есть, ребят, контакт. Лишь бы он сейчас кого-нибудь не призвал. Турель, отойди, не надо по мне бомбить. Друзья мои, ну, есть. Неужели Виктори?
Или сейчас еще будем продолжать? Нет, ребята, я уничтожил. То есть... А, теперь... Ну да, конечно же. Теперь все поменялось. Фух. Теперь, короче, мы должны с тобой держать оборону. Я готов. Так, кого мы с тобой возьмем в первую очередь? Ну, естественно, наверное, стрелка. Он у меня самый, ребята, пока прокачанный, 5 уровня. И посмотрим, что у него там на примете. Так, у меня 2 турели. Давай, Брут, защищай. То есть первая атака отбита. А у него, в общем-то, всего 4 попытки дано. Или у него, или у меня, я даже не знаю как-то. Еще возьмем с тобой автоматчика. Огнеметчик, ребята, он может быть и хорош, но на ближней дистанции. На дальнее расстояние огнеметчик, я считаю, что неэффективен. Да? Как ты со мной? Согласишься или нет? Ну, давай, снайперюга. Есть контакт, побежали. Это уже чисто для понтовки, ребята, я побежал. Так, ну он не дурак, он взял снайпера. Он посмотрел, видимо, как я сыграл, да? И тоже решил. Так, ну что, мы получили с тобой еще 200 очков. Что такое? Синхронизация какая-то происходит. О, сапер. Нет, сапера мы брать с тобой не будем. Я возьму, наверное, еще одного автоматчика. Мне нравится этот чувак, довольно прикольный. Так, я вот он. Погнали, друзья мои, погнали. Брут там уже отбивается, да? Уже строчит там по всем. Поехали. Опа, опа, опа. Да ладно, успокойтесь. Погнали, родные, погнали наших вороных. Есть контакт. Ну что, последняя попытка у него, да? Пробить мою базу. Я почему-то думаю, что у него ничего не получится. Ну, ничегошеньки. Просто нету даже шансов у него здесь. Так, погнали. Одних автоматчиков набрал. Ну, у него там, да, тоже были турели. Извини меня, мне тоже приходилось тяжело. Так, где я тут нахожусь-то, чтобы не подбить себя? Вот, 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 огнеметчик, ребята. По-моему, нифигашечки у него не получится, ребята. И мы просто бомбим базу. Лопнула она, короче. Как грецкий орех. Опять победа за нами. Так, контини. Воу, наш ранг растет. Ребят, 400 уже. 53 ДНК плюс еще одна капсула. То есть мы можем с тобой еще одну, да, капсулу получить. Ну что же, ребята, давайте поехали. Коннектинг. Кто на этот раз против меня будет? И это Дизи Бойд. 370 у него, как ты видишь, ранг. Опять синхронизация. Зачем вот это делать? Я не понимаю. Ладно, подождем, лишь бы не вылетела игра. Так, и он... Ага, ребята. Ох ты, у него летающие дроны есть, прикинь. И как же мне тогда быть? Честно говоря, даже не знаю, ребят. Ну, я... Что я возьму? Автоматчика для начала, наверное, возьму, как обычно, да? И у него, смотри, автоматчик уже стоит. А, ну правильно, они же защищают свою базу. Куда он-то... Блин, мой 5 уровня проиграл второму. Как такое? Воу, там у него еще и это со щитами. Что-то у него слишком много, по-моему, этих. Так, кого можно взять? Гренадира. Вот, снайпера можно взять. Слушай, мне кажется, джетпак придется брать нам с тобой против... Ну, что там стоишь-то? Что там лыбишься-то? Где он там? Вон он. На, получил? Не надо. Твою ж налево, блин. А что он так бомбит-то без остановок? Эй. А, так это у него починка. Дрон починки идет. Ладно, сколько у нас тут еще, ребята, есть? А, гигант. Нет, я возьму еще одного снайпера. Фиговенько дела-то у нас идут, ребята. Фиговенько, если честно. 2 снайпера. Так, этого разобрали. Вот здесь нужно подбить. Есть контакт. Так, пойдем с тобой. Есть. Так, ну уже чуть-чуть продвинулись. Блин, вот это вот турель здесь. И тут, смотри, дроны. Этот чувак стреляет там в кого ни попадя. Блин, мне нужен брут. Мне нужен брут, друзья мои. Рейнджер, гигант, киборг. А если я возьму вот этого? Давай просто посмотрим, что он делает. Я не знаю, я его ни разу, ребят, не брал. Ну да, он может как-то летать, но... Ох, ничего себе он там.
Слушай, он такой вроде бы как и неплохой, ребята. Вот как раз вот против этой турели я хотел. А ну-ка. Прикинь сейчас. Куда ты, дрон? Давай. Блин, это дрон, ребята, успевает. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Подожди. Да блин, ну совсем не то я хотел. Совсем не то. Я хотел этого подбить, а мы начали стрелять. Слушай, дрон починки это бесява. А дрон починки это бесява. Так, до джипа мне еще как до Китая раком. Что мы здесь с тобой можем сделать? Еще один джетпак. Три попытки, ребята, у меня остается всего лишь три. Поехали. Будем летать с тобой. Летать, сломя голову. Так, тут, естественно, стрельба. Вот этого дрона бы нам подбить с собой было вообще идеально. Сейчас, по-моему, блин, по мне попали, а. Господи, не получилось, ребята. И в этот раз. Но мне теперь... О, мне хватает, ребята, на брют. Все. Надеюсь, сейчас все будет четенько. Он, правда, медленно идет. Но это даст... Блин, это не тот, по-моему, брют, который... Или тот. Что-то я их уже не узнаю. Сейчас меня этот дрон будет бомбить. С воздуха, верно? Верно. Ой, пока я там дойду. Погнали. Так, он наверняка перепужался там, бедолага, да? Увидев, что на него идет брют. Вон он начинает тут. Да. Этот дрон просто тебе не поможет вообще ничем. Так, и тут еще мой этот летает. Слушай, сейчас мы все, ребята, выиграли. Не получилось у него, конечно, сохранить свою базу. Так, меняемся местами. Так, ну у меня нету, конечно, летающих дронов и всякого прочего, в отличие от него. Но я думаю, что мы не дадим. У меня то, что брут там стоит, это классно. Такая довольно мощная боевая единица. Причем на самом старте. Поехали. Автоматчик, конечно же, ребят, кто еще может быть? Автоматчик. Автоматчик будет строчить. Тут турелька. Все прекрасно, все очень хорошо. Банзай, я побежал. Куда я побежал? Так, ну что, давай, наверное, возьмем с тобой дальше опять автоматчика. Ну, пока нету, ребята, здесь нормальных. Я не знаю, вот, что там делают чуваки с бензопилами. Ну, мне кажется, это типа кинжальчиков, да, тоже наносит урон довольно неплохой в ближнем бою. Так, мы идем. Идем. Брют у меня там отбивается. Во что бы то ни стало. То есть никто у него не может пройти. Чувачка у него летающего нет, да, чтобы он смог пролететь моего этого амбала. А, так, Бутчер. А что, интересно, делает Бутчер? Можно глянуть? Это, наверное, какой-нибудь супер-пупер. А, вот кто такой Бутчер. То есть Бутчер это палач? Получается, да? Мясник. Опа. Так, он уже начал чувачков. Ты видел, да, с чем? Вызывать с гранатометами. Так, дальше берем с тобой. У него еще, ребята, две попытки есть. Всего лишь две попытки. Будем с тобой просто так строчить, на всякий случай. Мало ли они там прорвут мою. Все, что ли? Пфи. Друзья мои, победа за нами. Как вы видите, Виктори, все дела. И мы с тобой еще соточку получаем, да, к рейтингу. 500. Ох ты, раритетная капсула, ребята, раритетная. А это очень шикарно, поверь мне, это очень-очень шикарно. Так, ну что, давай, наверное, мы теперь выйдем отсюда. Подожди, а их же нужно активировать же, эти капсулы, верно? Так, ну-ка. А, чтобы активировать, нужно открыть вначале вот эту. Но придется, ребята. Давай посмотрим, что у нас здесь выпадет. Просто обычный, да? Генератор. Дальше. Мешки с песком. Тут у нас 71 ДНК. И здесь гаддер. То есть пулеметчик, да? Окей. Можно вот ее запустить сразу же? 6 часов, ребята, она будет открываться. 6. Я думаю, мы потерпим. Блин, зато у нас с тобой освободилась эта ячейка. Поэтому давайте сразу же приступим к следующему бою. Слушай, очень быстро находится нам оппонент. Это Море Куртис какой-то.
Море Куртис, и я... Ёпрсеты. А, первого уровня, Брут. Слушай, ну я тебе скажу, как тебе сказать, среднего уровня, первого уровня стена, Брут первого уровня. Так, кого мы с тобой сейчас возьмем? Так, я думаю, что здесь, наверное, взять лучше базуку. Почему базуку, ребята? Чтобы разнести в хлам, в первую очередь, стену. Он, правда, сейчас тоже может отправлять, да, кого-нибудь против меня? Ну-ка. Оу, первого уровня, а ты посмотри. Так, тихо-тихо-тихо, отходи, парень. Буду сейчас мы тут пробивать эту стену. Ну, блин, промазал еще. Оу. Так, ребят, это он вовремя прыжок будет делать, нет? Какого лешего? Так, парень, ты достал. В плане, я не могу понять. А что происходит? Так, хорошо, кадет. Придется тебя наказать. Не получилось у меня, короче, ребят, с гранатометчиком, да? Мои дела. Гренадир. Или лучше снайпера, наверное, возьму. Хотя гренадир тоже был бы неплох. Но снайпер, мне кажется, больше наносит урона. Ну, проверим. Как сказать, больше. Опять ты, голодранец. Ну, давай сейчас мы ему снесем. Так, окей. Сейчас я его буду в прыжке бомбить, ребят. Блин, а, он еще и мины там выставляет. Где у них здоровье-то, я не могу понять. Эй, друзья мои, это что за фигня? Подожди, это... Вот только сейчас мне показали его здоровье. До этого вообще ничего не было. Слушай, это читерок, что ли? Я не пойму. У меня лично показывается, а у него нет. Так, снайпер. Нет, снайпера уже хватит. Давай-ка возьмем с тобой, наверное. А почему бы нам не взять сапера, например? Нет. Все-таки лучше автоматчика. Что-то мне подсказывает, что здесь будет мой фейл. А здесь я, наверное, продинамлюсь. Не факт, конечно, но есть такая вероятность. Давай, иди сюда, прищалыга. Так, мы его зашкерили. Так, этот. Есть говнорез. Иди сюда, спрыгивай. Стоишь, да? Думаешь, до тебя не достану. Блин, этот Брут еще там стоит. А Брут не включает, ребята, свой пулемет. Вот он сейчас. Сейчас он постреляет. Тихо. Все, пока он там. Надо джетпакера брать. О, дождался, да, своего момента. Ладно, друзья мои. Так, еще один автоматчик будет самое то, мне кажется. Да? Еще один автоматчик. Или мы можем взять с тобой... Во, рейнджера. Третьего уровня. Рейнджер чем хорош, ребята? Тем, что он быстрее стреляет. 850 очков получим с тобой на следующий ранг. Моя база что-то тут пыхтит, бедная уже. Трясется вся. Так, ну рейнджер и медленнее. Так, ладно, сейчас мы ему стену тут разнесем. Пускай этот ханурик идет сюда к нам. Окей. Этот там все мины ставит, да? Вот сюда бы джетпакера бы нам бы. Так, отстрелялся свой парень. Сейчас мы тебя распишем здесь. А у него турель, друзья мои. У него там турель, смотри, стоит. Твою же налево. Так, где у нас кто? Рейнджер, нет, дай мне джетпакера. Поехали, друзья мои. Будем сейчас летать, перелетать эти мины. А как мины, интересно, обезвреживать? М? Есть какие-нибудь идеи? Полетели, короче. Воу. Этот говнорез может туда стрелять? Чё? Я не знал, ребят, что он так может делать. Что он может стрелять и поверху. Блин, вот это уже осложняет мне всю задачу. Что делать-то тогда? Брут. На Брут нужно накопить. Давай джип возьмем с тобой. Ох, джип. Блин, а зачем я взял джип? Давай попробуем так заколбасить всех тут. Вот. Пока этот там летает, он... Уходим, ребята. У него перегрев, да, идет? У него идет перегрев. Ну, так, он пострелял, все, разносим его в хлам, значит. Давай, главное, чтобы стволы. Окей,
Поехали. Ну, мой джип, конечно, не может летать, поэтому, ребята, тут фейл. Зато сейчас, наверное, нам дадут уже с тобой брют. Будет у нас? Фиг там они брют. Как быть-то тогда? Медика брать? Смысла нету. Давай вот так вот. Сколько? О, ребята, у нас с тобой последние попытки пошли. Последние попытки. Но, предположим. Так, джипарик, давай. Так, отходим. Да куда ты подставляешься-то так? Джип. Да ё-моё, блин, ну это трындец. Почему у меня джипарь там стоит, я не могу понять. Он же вроде должен был ехать. Стоит там, прохлаждается. Я так понимаю, играет он в данный момент вот за этого Чиполлино, да? Мы подорвались с тобой только лишь на минах. Ну что же, давай тогда брать кого? Опять Брут? Ну, возьмем Брут. Это последний наш, ребята, шанс. Потом будем защищаться. Ну, не знаю, что там по защите произойдет. Ну, Брут. По крайней мере, мы сможем с тобой наказать его, вражеского Брута, да? Поехали. Сейчас посмотрим, как тут все у нас произойдет. Давай бомбить. Окей. Турель, турель, да, бомбит. Ну вот нафига я пошел сюда, ребята? На пролом, блин. Две турели меня эти разнесли. В общем, не получилось у меня пробомбить его. Да, джип, конечно, вот на минах. На минах подорвался. Так, ну что, меняемся местами, я так понимаю. Или тут уже все, тут нету шансов. Так, у меня, наверное, очки сейчас, да, отнимут. Так, поменялись, короче. Пока мы на равных с ним идем. Ну что ж, давай посмотрим, как он будет теперь тут против меня бороться. Мне очень интересно. Мы с тобой защитники. Он атакует. Может быть, на ничью сыграем, а? Как думаешь? Естественно, начиная с автоматчика. Поехали. Я должен получить, ребята, капсулу. Должен получить капсулу. Тут огнемет, тут турель. Правда, первого уровня, огнемет четвертого. Это хорошо. Естественно, против этого амбала попробую пробиться. Куда ты побежал, сыч? Ага, все, готов. Допрыгался кузнечик. Блин, 8 этих уровней у нас. Не уровней, как тебе сказать. 8 попыток мы должны с тобой продержаться здесь. Слушай, ну это круто. Он, конечно же, сейчас будет гранатометчиками бомбить моего Брута. Это ему выгоднее. Может быть, даже снайпера возьмет. Чего он там? Каким он там? Так, отходим. Ну, и чё? Он-то по мне не попадает. Давай, 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 давай. Сунулся, да? На свою голову. Отлично, ребята. Так, а я теперь знаю, кого мы сюда возьмем. Гренадира. Да-да, гренадир будет именно прикрывать. Где он? Сапер. Или взять бучера? Нет. Блин, 200 в следующем ходу, 200. С дробовиком нет смысла брать, да? Ну, давай возьмем. Возьмем с тобой сапера. Попробуем с тобой, ну, как бы мин понатыкать здесь. Короче, так скажем. Побольше мин. Вот сюда поставим. Постреляем, естественно. Сюда влепим. Чтобы уже никто сюда, ребят, не сунулся. И сюда мину. Пускай сунется только, да? Он ждет, ждет, когда у меня там стволы, да? Красными будут, но не тут-то было. Мы минами тут все заминировали. Я думаю, что вряд ли кто-то туда сможет пройти. Мне все-таки нужен гренадир. 200, а гренадир сколько у нас стоит? 300, нет, подожди, гренадир у нас стоит 400. То есть сейчас я просто возьму вот этого стрелка. Обычного, да? Просто буду стоять там и стрелять. Мне главное, чтобы бутчер у меня не погиб.
Это самое основное, ребят. Остальное все ерунда. Что-то там быстро мы их раскромсали, смотри-ка. Ну давай, давай, иди сюда, голодранец. Воу-воу-воу-воу. Ну они, наверное, не подозревают, да, что я хочу взять себе гренадиры. И вот сейчас просто гранатами там буду их забрасывать. Ну-ка давай. Все-таки должны выиграть мы с тобой здесь. Обязаны. Мы не должны подвести. Вот он, ребята, гренадир. Можно было взять, конечно, и снайпера. Тоже было бы неплохо, но гренадир, мне кажется, будет получше. Хотя, кто его знает, получше или похуже. А три гранаты. Давай, давай. Я бы, конечно, с кем-нибудь поиграл бы в мультиплеер, если это можно. Или возможно как-нибудь со своими подписчиками, например. Было бы довольно прикольно. Поехали, ребят. Ну да, почему бы нет? Вот так вот просто забрасываешь их и все. Давай, давай, иди сюда, подходи. Че, не получается, да? Ай, как грустно, да? Как обидно. Но они мне практически уже бутчера забомбили, ребята. Какой бутчер? Брют, конечно же, брют. Бутчер нашел тоже мне. Так, кадет. Нет, лучше возьму автоматчика. Поехали. Так, ребята, еще две попытки у него есть пробиться, но мне кажется, ничего не получится. Тут еще турели у меня, не забывай. Плюс огневая вышка, вот эта вот турелька моя огневая. Так что шансов вряд ли у него, конечно, будет. Ну давай, что ты там жмешься? Стоишь ты, думаешь, ты пройдешь? Нет, ты не пройдешь. Слушай, а мы должны... А, ну мы да, мы должны с тобой здесь защищаться. Смотри-ка, он накопил на брут себе. Он накопил себе на брут. Так, пора выдвинуться, наверное, да? Нет, все-таки я постою лучше здесь. От греха подальше. Чего ты там стоишь, ждешь? Что там выжидаешь, я не могу понять. Ага. Прыжки. Ты думаешь, тебе спасут прыжки здесь, парень? Прыжки тебе здесь вообще нисколечко не спасут. Ну что, друзья мои, еще сколько попыток? Еще две, да, у него? Блин, еще две попытки. Ё-моё, как мне вот выдержать, как выстоять против них? Там еще гренадир. Слушай, ну то, что надо будет еще, наверное, одного взять минера и просто мины поставить здесь везде. Хотя смысл от них. Давай просто стоять с тобой здесь и отстреливаться. Пускай только сунется. Ну, давай, 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 строчи. Так. Опа, опа, опа. Кого он там вызвал себе-то, смотри-ка. Крупничка, крупничка он там себе взял. Стоим здесь, бродяга. Так, что он там свои прыжки делает? Прыжки нам не наносят вреда. Пока не наносят. Оу. Чувачок с дробовичком. Все? Все, ребята. И последняя у него попытка. Если он пробьет, конечно. Блин, я надеюсь, что не пробьет. Так, сапера взять, да? Можно было бы. А он через него... Он может перепрыгнуть же, да? Может. Поэтому не будем, ребята. Через мины можно перепрыгивать. Так, вся моя армия готова. Здесь у нас... Пулеметчики, все дела. Да все должно быть хорошо. Так, я всегда себе теряю в этой толпе. Из последних сил он там что-то выпендривается, да? Этих мы с тобой, в принципе, сейчас быстро разберем. Есть. Так, 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 так. А здесь еще один готов. Есть. Все, ребята. Фейл, по ходу дела, да, у него? Куда вы побежали-то? Эй, родные мои. Или он сдался? Или меня подбили? А, меня подбили, господи. Меня подбили, поэтому переключается на... Слушай, прикинь, если он сейчас... Да, господи. Давай, брут, вали, 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 вали. Одного уничтожил. И есть контакт. Так, пробил. Бежит, 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 ребята. Довольный, радостный. Но не добежал. Все, база его лопнула. То есть получается у нас как бы ничья.
Древ. То есть и я не получу капсулу. Так что ли получается? Да, ребят, я получил просто 87 ДНК. Слушай, тогда надо еще играть. Согласись. Давай, поехали. Коннектимся к серверу. Да. Upbeat Norm. Вот этого чувачка я очень долго ждал. Где-то минут 5, не меньше. Ну что же, давай смотреть. Так, мы с тобой... А, защищаем. Мы с тобой сейчас защищаем данный момент. Ладно. Так, ну что, давай начнем, как обычно, да, с автоматчика. Так, что он там, выбирает, видимо. Ну что, поехали. Поехали, быстрее, быстрее, беги, беги, родной мой автоматчик. Брют уже там отбивается вовсю. Да, мне даже не пришлось, ребята, выстрелы сделать. Давай еще разок. Двоих как минимум, потом, возможно, нам придется кого-то взять послабее. И, может быть, даже гренадира. А может быть, минера. Посмотрим. Тут лучше стрелять заранее, на всякий случай. Так, кто там что строчит? Снайпер. Ух. Опа, ребята, а вот это нежданчик для меня. Снайпер, это плохо. Че, все, кончились, парень, пули, да, у тебя, я смотрю. А он сейчас будет ждать, пока у меня... Ага, понял. Перегрев. Так, ну раз у него снайпер, друзья мои, тогда я предлагаю взять тоже снайпера. Чтобы он здесь не прыгал, не крутился, верно? Верно. Он здесь не выживет. Все равно ему проигрыш засчитает. В плане. Ну да, он проиграл. Так, снайпера, да, значит, он там взял. Блин, а у меня... А как он, интересно, накопил на снайпера? Объясни-ка мне на милость. Хм. Это для меня, ребята, вопрос. Ладно, пошли. На этот раз я буду немножко действовать по-другому автоматчиком нашим. И я не буду выходить за Брута. Он выстрелит, после этого я побегу и уже буду на него, как говорится, делать стрельбу. Так, где мой? Вот он, да? Пускай он сейчас выстрелит. Все, ребят, погнали. Оу! Да как у него может быть два снайпера, ты мне объясни. Трындец. О, хорошо идет, чувак, смотри-ка. Угу. Не прошел, да? О, огненная турель его спалила. Так, слушай, шутки шутками на самом деле. Базука, ганнер, гренадир, снайпер вот только где будет. Хм. Хорошо, я возьму просто стрелка. Чтобы мне хватило потом купить себе снайпера. Так, будем с тобой просто здесь идти и стрелять. У него здесь два снайпера, да? Сейчас мы подождем, когда у него закончатся патроны. И потом уже пойдем с тобой. Так, я не понял, двоих сразу, что ли, пробил? Как это он так умудрился? Так, он играет за этого, да, сейчас? Да, он играет за этого. Ну, я сомневаюсь, что он пройдет огненную мою пушку. Так. Че, че сразу? В плане, а как ты? Как ты умудрился, гаденыш? Да ну. Сейчас еще и подобьет. Ё-моё. Блин, опять на ничью, что ли, идем? Ну, это меня совсем не устраивает. Да, ребята, уничтожил, как ни странно. Ну что же, теперь наша очередь бомбить его базу. Блин. Ах, так у него еще и рейтинг повыше был, да, чем у меня? Окей, окей. Так, теперь... Оу, смотри, что тут понатыкал, да? Медики, фиг... А вот это что такое? Так, ладно.
Кого нам дадут? Если нам сейчас дадут с тобой снайперов, естественно, будем брать снайпера. Базука, так. Угу, снайпера не дали мне. Снайпера мне не дали. Ну что, давай, возьмем автоматчика для начала. Погнали. Кого он там будет против меня? Наверняка снайперов, да, вызывать? Кто там стоит у него? Кто там притулился, а? Скажи-ка мне на милость. Кадет? Кадет, ребята. Так, пускай кадет. Ага. Все, кадет допрыгался. Так, здесь мы с тобой пробили. Это кто еще такой, а? Есть, подбил. Двоих, короче, мы с тобой брали. Теперь берем, естественно, снайпера, да? Или же джетпак. Снайпер или джетпак. Давай снайпера возьмем. Погнали. Попробуем с помощью снайперюги здесь с тобой вытянуть, вырулить. Получится или нет? Так. Так, отойди. Пускай там застрочится. Так, минус. Что, он так и будет без остановки, что ли, бомбить? Ну? Да какого лешего? Я не могу понять, почему? Я же делаю в него выстрел. Кто это вообще такой, а? Непонятно, что за чудик? Второго уровня. А этот еще что тут прилетело? О, вот он даже как. Медик. Снайпер-гренадир. Базука, давай гренадира возьмем. О, друзья мои, а у меня попыток-то. Ха-ха, попыток-то мало. Я-то тут радостно сижу. Так, предположим. Давай так сделаем. Пробили. Окей, погнали дальше. Так, сделаем вот таким вот образом. Да блин, эти мины что, не уничтожаются, что ли? Я не могу понять. Окей. Я могу перепрыгнуть здесь? Могу. Да ёпрсете, блин. Вот он за кого, да, играет. За этого чудика, понял я теперь. Друзья мои, последняя попытка. Но вряд ли мне здесь, конечно, это все поможет. Почему я не могу накопить на этого, на своего, а? На брют, в чем проблема? Не понимаю. В общем, фейл здесь. Но оно интереснее так, ребят. Когда противник, ну, серьезно такой тяжелый, как-то не легче, оказывается, интереснее играть. Ну давай, давай, пробили? Пробили. Так, пускай он там постреляет маленечко. Какой инженеришка, иди сюда, инженеришка. Так, турелечка. Турель строчит без конца, да? Так, подождем. Подождем, ребят, спешить не будем с вами. Так, давай, давай, гренадир побежал, отлично. Отлично. Окей. Тут летающее говно, блин, помешало мне, а? Все, взорвались мы. К сожалению. К сожалению, день рождения только раз в году. Ну, ничего не поделаешь. Зато я пойду дальше играть. Пойду, ребята, еще 55 ДНК хотя бы дали. И на этом спасибо большое. Так, что нам сделать? Давай посмотрим, можем ли мы кого-нибудь с тобой улучшить. Вот что меня интересует. Команда. Базуку можем. Снайпера, ребят, сколько? 150, окей. Улучшили снайпера. Еще могу? 300, блин, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Брют, брют не могу. Киборга не хочу. Так, дрон. У меня дрона нету, друзья мои. У меня вот только томагавк есть. Я до сих пор, честно говоря, не знаю, что он делает. Это томагавк, я его не ставил. Эпическая, кстати, это постройка. А вот турель, да? Турель можно прокачать. Ну, киборга, что ли? Ну, давай киборга, так уж и быть, ребят. Хотя я считаю, что он не очень хороший.
воин. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть. Так, надо было качать этого чувака команда. Ладно, ребят, вперед, как говорится, из песней. Мне нужна эта капсула, ты понимаешь? Она мне нужна. И, надеюсь, нам противника придется ждать не очень долго. Так, зона Дисней. Ну, он послабже будет меня, но это, опять же, ни о чем не говорит. Ну что, друзья мои, опа. Неплохо начал. Я думаю, здесь надо нам снайпера, наверное, брать, да? Блин, ходит тут еще, понимаешь ли, а? Усач. Ага, снайпера, а дадут ли мне его? Вот в чем вопрос. Так, ганнер, пулеметчик, ребята. Какого первого уровня? Блин. Ладно, возьмем, посмотрим. У него второго. У него, друзья мои, второго уровня. Так, кто кого, как говорится, да? Он уже начал строчить. Это он, что ли, был? Ой. Тихо, тихо, тихо. Он что, прыгать не умеет? Понятно, тут еще помимо этого нужно вот так держать, ребят, все время на выстрел, оказывается. Если ты отпускаешь. Уходим. Уходим. А, мы можем вот так вот делать, да? И подходить, и отходить. Блин, 11 секунд осталось. Эть, разобрали меня. Ладно. Так, ганнер это, конечно, хорошо, но не то, что нужно. Вот кто нам нужен. Вот, ребятушки, снайпер. Конечно же, снайпер нам нужен здесь, с вами, чтобы уничтожить этого паршивого ганнера. Упс. Че, парень, по-моему, тебе крантец. Давай, иди сюда. Эть, красавчик. Так, оу, у него еще один ганнер. Друзья мои, еще один ганнер. И, видимо, он за него играет. А самое интересное, что здесь вот турели. Так, уходим. Уходим. Ушел, называется, блин. Уходим, уходим. И ничего не получилось. Так, снайпер. Давай еще одного снайпера с тобой возьмем. Так, с этим сейчас мы с тобой вообще за 3 секунды разберемся, да? Достоится он там. Докрякается. Так, еще выстрел. Бумс, все, его нету. Так, подожди. Давай уничтожать этого хлопца. Уничтожить, предположим, ребята. Вот турельки. Турельки это самое опасное, я считаю. Во-первых, далеко бомбят. Есть. С собой пожертвовал, ребята. А вот только у него прибежал этот хламон, да? Два хламона. Почему он, интересно, так их любит, а? Бежит, бежит, бежит своими ножичками кромсать. Так, ну что, два снайпера. Я думаю, что этого достаточно. Теперь давай выберем с тобой летающего. Да? Летающего джетпакера. Он будет сейчас отвлекающим у нас, ребята, маневром. Вот так вот. Да отвлекались, по-моему, да? Хотя нет. Смотри, смотри, смотри. Смотри, что делает. Мы отвлекаем ребят с вами. У-ю-ху. Летим прямо на базу. Так. Предположим. Забомбили. Ну, главное, что мы отвлекли. Да, этих всех хламонов. Этот тоже тут пока строчит. Короче, на следующем ходу будем знать, что эти голодранцы все побегут за моим джетпакером. А мы с тобой должны за 4 хода как-то его пробить, прорвать. Играет он в данный момент вот за этого второго уровня. Если бы мне дали бруты. Так, 1000, да? На следующий ход 1000. Значит, мы можем с тобой позволить спокойненько взять автоматчика. Возьмем автоматчика, потом возьмем с тобой брутала и пойдем бомбить. Так, вот он я. Так, сейчас тут с этими разберемся. С ушлепками. Окей. Так, пока моя. Давай, 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 давай. Отлично. Так. Ага, вот они отвлеклись. Окей, ребята. Отлично. Сейчас подобьют меня. Да, подбили. Ну, уже, ребята, ближе, ближе мы с тобой понабрались к его базе. Остается лишь взять брут и вперед. Ну и тут все, ребят, тут
Тут фиаско его ждет по ходу дела. Сейчас мой джетпакер полетит. Естественно, будет отвлекать. Естественно, он будет отвлекать. А мы с тобой здесь спокойненько просто пройдем сейчас. Вообще на изи. Никто нам тут с тобой вообще не помешает. Даже этот огнеметчик плешивый тоже. Нет, огнеметчик может нам тут навредить. Но только чуть-чуть. Вот. Так, сейчас у нас с тобой стволы остынут. И пойдем бомбить базу. Вот и все, друзья мои. Против дядьки не попрешь, согласись. Против такого тем более. Так, теперь мы меняемся с ним, да? Теперь я должен защищать свою базу. Блин, а тут можно как-то переделать ее? Может быть, я хочу немножко по-другому сделать. Немножечко по-другому. Блин, зря я сюда, наверное, автоматчика поставил. Синхронизация уже напугали меня, я думал, вылетает. Так, ну что, возьмем с тобой, наверное, автоматчика. И погнали. Главное не выходить за брут. Он сейчас снайпера возьмет, поверь мне. Он возьмет снайпера и будет издалека им бомбить. Мне так кажется. Нет? Странно. Очень странно. Ладно, хорошо. У него, кстати, у него попыток здесь побольше почему-то, чем у меня. У него 6, а у меня давали 4. Так, хорошо. Брут там как? Уже кого-то разбирает. Уже там вовсю кого-то щелкает. Предположим. Так, дальше. Сапер. Сапера пока я, наверное, не буду брать. Да автоматчики здесь нормально заходят, если честно. Очень неплохо, так что. И Брут, как ты видишь, он все-таки стоит. Стоит на своем. Ага. А вот, ребята, чувак с базукой, который далеко не ушел. Сразу же мы его там подбили. Ну, там, видишь, в чем проблема. Чуть-чуть сделал шажочек вправо-влево, и тебя уже разобрали. Можем взять с тобой здесь базуку. Давай возьмем, почему бы и нет. Чисто там встанем и будем просто стрелять в никуда. Вдруг у него там пойдут машины или еще что-нибудь. Или джипы какие-нибудь. Да? И надо будет как-нибудь в плане. Все, что ли? Сдался парнишка по ходу дела. Ребята, мы с вами выиграли здесь. Фу, дайте мне капсулу. Дайте, я говорю, мне капсулу. Обычная, но нормуль. Нормуль, ребята, и 66 ДНК. Ну что, друзья мои, я думаю, на этом будем сегодня закругляться, да? Поиграли неплохо. Мне надо, правда, еще историю проходить. Но тяжело мне, ребят, тяжело. Вот здесь вот эти две миссии. Тут еще, ё-моё, проходить и проходить. Но возьмемся, обязательно возьмемся за это дело как-нибудь в ближайшее времечко. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.